Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы поговорим про фарм-симуляторы питомцев X. Но перед этим хочу вам показать одно мое знакомство, одну мою встречу с человеком, у которого, ребята, 45-е место в рейтинге. Неплохо, согласитесь, среди всех игроков, кто играет в эту игру, у него 45-е место. Ну, к примеру, у меня в 20 раз меньше, скажем так, рейтинг, чем у этого парня. Ну что ж, я очень рад за него, говорю, что это очень круто, и он сказал, что мне что-то подарит. Давайте посмотрим, что именно это будет. LSPVPV. Ник игрока этого. Вау, смотрите, Пок Драгоны. Ничего себе. Круто. Я себе тоже уже два таких выбил, но тут, ребят, еще красавцы. Класс. Короче, ребята, царский подарок мне сделали. 15, по-моему, было. Я что-то даже забыл посчитать, если честно. Довольно-таки много пэтов, может даже... Ну, было нечетное, да? То есть, может быть, 17 даже. Да, 17 питомцев мне подарили только что. Dragon Pod Rainbow, то есть они уже радужные. Ну что ж, ребята, ставьте лайк под этим видосиком, если вы хотите, чтобы вам тоже кто-то дарил подобных пэтов. И сейчас, ребята, мы посмотрим, насколько это суперсила. За 3, по-моему, миллиона я гемов их прокачал. Вот такие вот статы сейчас показываю, что у каждого из них. В основном я ориентировался на то, чтобы быстрее разбивать сундук. Два, ребята, чарм у меня есть, два супер тима, ну и остальное все 4-5 уровень силы, потом разрушение сундука где-то 2-3 уровень. Ну, собственно, вот такие вот статы. Я специально не выбивал ничего связанное с фантастическими монетками, потому что, скорее всего, в следующем обновлении пропадет, скажем так, возможность и необходимость выбивать эти монетки, потому что вроде говорят, что появится следующая новая валюта, новый мир, новый сундук, новые питомцы. Ну и, соответственно, если будет новая валюта, то мне нужно супер мощные питомцы, чтобы выбивать этот сундук. И, соответственно, бусты мне уже понадобятся только на новую валюту. Соответственно, нет смысла сейчас мне как-то прокачивать фантастические уже монетки. Ну и сейчас, ребята, вместе с вами мы посмотрим, насколько быстро они справятся с этим огромным просто сундучаром. Максимально за сколько быстро я разбивал сундук, было 3 минуты 40 секунд. Где-то так. Быстрее мне никак не выходило. Сейчас я смотрю, что время очень даже симпатичное. И давайте, пока не разбивают, поговорю немножко вообще про идею, как вам лучше фармить. Дело в том, что SD Madness сделала прикольное видео, в котором показала, какие у нее питомцы, как она разбивает сундук, сколько она зарабатывает монеток и так далее и тому подобное. У нее было все на фарм, скажем так, настроено, но, как я уже сказал, скорее всего, будет меняться монета, поэтому у меня все настроено на разбитие сундука. Не самые топовые, можно еще немножко их улучшить было бы, но я решил пока не тратить гемы, потому что, скорее всего, эти питомцы тоже у меня будут ненадолго. Потому что я думаю, что в новом обновлении будет все намного круче. Так вот, она говорит, что лучше было, чтобы у вас было где-то парочку пэтов чарм, парочку пэтов супер тимом, ну а остальные уже идут такие на разрушение, 4-5 уровень сундука, либо же на монетки фарм, что-то из этого, скажем так, региончика. Так, ну что, ребят, неплохо все фармится. Я думаю, что 2 минуты точно будет, но с небольшим хвостиком. Короче, это очень круто. Я даже не ожидал, что он настолько будет прикольно. Получается, за 2 минуты я смогу разбивать этот огромный сундук. Я уже не буду пытаться выбивать легендарки, потому что думаю, что в новом миру будут более прикольные уже питомцы. Да, ребята, 2 минуты и 3 секунды понадобилось, чтобы разбить этот сундучок. И что я, ребят, заработал? Я заработал, когда его разбил, 2280 гемов и 6,7 миллиардов. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Итак, ребят, сейчас я перезахожу в игру.
и мы с вами продолжим фармить уже только на другом сервере. Дело в том, что я сейчас проверю еще одну теорию, потому что SD Madness говорит, что лучше всего фармить, когда вас много, то есть коллективно разбивать сундук. Почему она так считает? Ну, в принципе, я считаю, вы чаще получаете бонус, то есть сундук чаще разбивается и чаще вам выпадает бонус. Скорее всего, это действительно может помочь. Поэтому сейчас, видите, я зашел на сервер. Огромное количество тут пэтов. Вы видите, какие пэты у ребят. И мы сейчас дружненько будем бить этот сундук. И для того, чтобы мы сравнили, я его буду тоже бить ровно 2 минуты 3 секунды. И мы сравним, соответственно, поймем, какой способ фарма лучше. Когда ты в одиночку разбиваешь целый сундук, когда все монетки тебе. Либо же, когда вы коллективно бьете один сундучок. Ну что ж, ребят, сейчас мы этим и занимаемся, собственно, уже таймер побежал. И пока мы это делаем, давайте немножко поговорим о том, что нас ждет дальше. Есть группа ВК, в которой часто утечки есть определенные по обновлениям. И вот там вот появились уже новые питомцы. Давайте на них посмотрим. Вот такой вот пэт, скорее всего, это может быть даже Лего. Все у нас связанное будет с роботами, я так понимаю, с компьютерами, что-то в этой связи. И, собственно, это у нас какой-то прям трансформер. Интересно, конечно, какие будут статистики у этих роботов, но об этом мы буквально узнаем 18 числа. Совсем немножко нам осталось ждать. И давайте смотреть остальных питомцев, которые, возможно, появятся. Итак, вот такие вот красавчики. Два из них очень похожи на мониторы. Трое нижних на каких-то зверюшек, да? Это явно у нас какая-то кошечка. Потом у нас, возможно, собачка, кибер какая-то собачка. Потом у нас киберзаяц. И сверху тоже довольно-таки интересная. Но уже больше похоже на каких-то аниматроников. И также, ребят, появится новый вид, скорее всего, пэтов. Это Dark Materia. Темная материя их называют. И у них будет свой цвет, розовый цвет. Да, ребят, скорее всего, опять же таки, мы будем фармить их из радужных, из 4, 6, там 8, не знаю сколько понадобится радужных, мы будем фармить одного супер пэта, который будет обладать обалденными статистиками, и это будет черная материя. Так что, ребят, не торопитесь раздавать своих радужных, возможно, вы потом сфармите из них что-то хорошее. Поэтому если у вас есть там пэты на 40, на 20 миллионов, но радужные, собирайте их и после обновы попробуйте из них сделать что-то мега крутое. Ну что ж, ребят, таймер почти закончился, и давайте сравним результат. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Итак, ребята, коллективно я заработал 5000 диамантов и 10,7 миллиардов монет. Соответственно, на 37% лучше фарм у меня был по монеткам и на 57% лучше был фарм на диаманты. Соответственно, о чем я хочу сказать. Если вы хотите фармить много монеток, то тогда вам нужно искать сервера, где есть много людей, которые фармят сундук. И вместе с ними включать все бустики и фармить. Ну что ж, ребят, пока это все, о чем хотел рассказать. Ждем обновления. До новой встречи. Всем пока.